Меня зовут Юля. Я езжу на велосипеде с 2016 год. У меня психическое расстройство, и мне очень тяжело находиться с многими людьми, и в общественном транспорте мне просто очень тяжко. И я подумала, что на велосипеде будет легче. Для велосипедистов нету отдельная полоса, и это большая проблема, поэтому я думаю, и некоторые сигналят. У меня дома, где я живу, тоже нет места для парковки, на офисе тоже нет, но у нас там есть и свой двор, и там безопасно его оставить. С тех пор, как поставили карантин, нам труднее держать связь, но мы стараемся, мы созвонимся иногда. Наверное, нам надо собирать и петицию для парковочных мест. Надо посмотреть, как это работает. Mm-hmm. Я даже смотрю, что номер велосипедистов на городе уже увеличивается. Да, да, да. А парковочных мест нету, так что надо что-то сделать. Да. Мне стало чуть-чуть лучше, потому что мне не нужно ездить и в общественном транспорте. Еще я читала, что во время спорта тело обрабатывает эндорфин. Я заметила, что в последнее время, с тех пор, как поставили карантин, очень многие пересели на велосипедах. И я думаю, что это очень безопасно. Все.